Большинство людей формируют свое представление о какой-либо вещи после ближайшего ее рассмотрения. Но это работает не всегда. Ведь если посмотреть на вещь слишком близко, то велика вероятность того, что вы в принципе можете не понять, что на данный момент находится перед вами. Давайте посмотрим, сможете ли вы угадать предметы по их макрофотографиям. И давайте начнем. Как вы думаете, что это? Рулоны шелка, цветочные лепестки или крыло бабочки? И правильный ответ – это крыло бабочки. Поехали дальше. Что это? Конфеты, свечи или спагетти? И да, это спагетти. Смотрим это замечательное фото. Как вы думаете, что это? Крыло стрекозы, рисовые поля или ожерелье? И правильный ответ – это крыло стрекозы. Смотрим на следующее фото. Что это? Белый тигр, зебра или бабочка? И да, не забываем считать правильные ответы. В комментариях пишите, у кого сколько получилось. И правильный ответ – это зебра. А кто угадает следующее фото? Что это? Глаз стрекозы, микрофон или соты? А ну-ка, ну-ка, кто угадал? Да, это глаз стрекозы. Поехали дальше. Что это? Смола, солнечная вспышка или сырная корочка? А правильным ответом будет, конечно же, сырная корочка. А вот это очень интересное. Я не смог это отгадать. А вы сможете, что это? Блестки на платье, галактика Око Саурона или человеческий глаз? И правильным ответом будет, это галактика Саурона. А вот на это фото давайте посмотрим повнимательнее. Что это? Катушка ниток, соломенная шляпа или ствол дерева? А правильный ответ, конечно же, ствол дерева. Ууу, какое страшное фото. Что это? Кровеносные сосуды, грейпфрут или рубин? И, конечно же, это грейпфрут. И последнее фото. Надеюсь, тут угадает каждый. Что это? Рыбья чешуя, шишка или чешуйчатый муравьед? И если ты это угадал, ставь лайк. Правильно, это чешуйчатый муравьед. Не забываем оставлять свои результаты в комментариях. Давайте узнаем, кто из нас самый лучший. И напоследок народная мудрость. Серьезность человека, обладающего чувством юмора, 100 раз серьезнее серьезности серьезного человека. Ставим лайки, подписываемся на канал Тихон Шоу, рассказываем друзьям и всем спасибо.